Всем привет! А сейчас мы услышим мнение психолога, почему женщины подают на развод. Хотите, вам скажу, как психолог, который ничего не скрывает, в чем проблема наших отношений и почему так сильно разваливаются пары в отношениях и в семьях? Потому что женщины, к моему огромному сожалению, не умеют восторгаться мужчинами. Все, что они умеют, это давить, искать недостатки, обвинять в том, что мужик не мужик, из-за чего мужик начинает пить и теряет амбиции, ложится на диван и ходит в дырявых носках, женщина еще сильнее его пилит, и в итоге это все приводит к разводу и к тому, что женщины начинают ненавидеть мужчин еще больше. Почему нас с детства не учат восхищаться мужчинами? Чем больше женщин бы восхищалась мужчинами, тем больше бы настоящих мужчин вокруг нас появлялось. Знаете, вот хвалить просто так на пустом месте какого-то человека я не вижу смысла. Хвалят за какие-то достижения. Даже вот ребенка просто так хвалить не стоит, потому что так или иначе у него начнет повышаться ЧСВ, да, он почувствует значимость на пустом месте. А когда ты хвалишь за какие-то даже мелкие достижения, это правильно, это здорово, это мотивирует. Поэтому тут палка о двух концах, в общем-то. Просто так хвалить дядьку, который толком не зарабатывает и ничего не делает, как бы я не вижу смысла. Но в то же время, когда он старается, и он что-то делает, и, может быть, не совсем хорошо получается, но есть перспектива, нужно обязательно подбодрить, нужно обязательно поддержать. Вот в чем смысл. А когда бесконечно клюешь, то, конечно, нафиг надо.